приехал на нашу землю, проголосовал за наших кандидатов. Спасибо. Вопросы есть, докладчик? Нет, вопросов нет. Выступить кто-то желает? По этому да, вопросу. Можно. Я по этому вопросу? Ну, да, да, по выборам. Поэтому можно. Так, друзья мои, вот я бы, Бессонов, я бы не хотел вот так сказать пессимизм подать. Почему? Потому что практика, в том числе и нашей партийной организации, показывает, что если человек хочет избираться, если он может это делать, то он, вот Зеленин, профессор был, который фактически на ура выиграл выборы, без какого-либо финансового резерва, при страшном давлении власти, это еще ельцинские были времена. То есть все зависит от кандидата, кто пойдет. Поэтому я вам хочу сказать, что у нас шанс гораздо в Перми больше, чем 30%, особенно в регионах. Да, будет административный ресурс, да, будет и так, но я считаю, что отчаиваться не нужно, ничего не нужно. Я вас уверяю, здесь сидят люди, так сказать, абсолютно порядочные и страшно работоспособные, потому что в таких условиях, в которых вас поставил и ельцинский режим, и вот эти проходимцы, это безобразие, конечно, потому что вы совесть нации, так сказать, и все, так сказать, обязаны избраться, и ваше мнение является определяющим. Но мы уже в таких условиях. Поэтому говорить, что ничего не получится, все это ерунда. У нас огромный потенциал, друзья мои, огромный. В том числе, да, молодое поколение сидит, так сказать, где-то и мозги, и образования уже ни того нету, и рухнулась система управления. Но как войну, вот, там такой лозунг был, что за Москвой нет, а за Волгой нет, так сказать, земли, так и здесь. К сожалению, мы к такой ситуации подошли, что опять на вас лежит вся ответственность, на вашем поколении. И в старости, видимо, вам не придется спокойно слышать. Поэтому шансы огромные, уверяю. Спасибо.